Марин, расскажи, каково это играть против своего же клуба? Ну, я, честно, первый раз играю. Ну, нормально. Ну, все знакомые лица. Вот, интересно. Правда, очень жестко играют. Вот. Ну, так отлично. Ну, вот этот момент, что играет Локо против сборной, добавляет принципиальности? Нет. Ну, просто, как выходишь на каждый матч, надо выигрывать. Вот, но свои, как бы, после сборной вернусь, и будет моя команда. Ну, она и так моя команда, но, ну, в любом случае надо настраиваться и играть. Как тебе сегодняшняя афиша, где ты была и в форме Локо, и в форме сборной? Я была очень удивлена, за кого я играю. Я немножко так, я точно за Локомотив или за сборную. Вот. Ну, немножко странно, если честно, потому что и тут свои, и там свои, и нет чужих, так сказать, на поле. С девчонками из Локо как-то обменивались впечатлениями, подкалывали друг друга? Да, было дело и перед игрой, и после игры, и во время матча. Вот. Ну, первый раз так играю. Немножко такие смешные чувства. Как тебе вообще игра понравилась? Ну, не прям в начале мы как бы, ну, первый раз в таком составе играем. Немножко тяжело было, потом уже начали играть. Вот, у меня был хороший штрафной, который должна была забивать, не забила. Вот. А так, ну, нормально. Ну, не прям хорошая игра, но хорошо. Победу. Сыграли. Победу, спасибо. Спасибо. Иди, давай, играй. Пришли, да. Сейчас. Ругаться будет.